Құрметті Шымкент қаласының тұрғындары мен қонақтары. Дорогие жители Шымкента и гости нашего города. Добрый день. Добрый не только из-за ясной погоды, а прежде всего добрый из-за добра, который он несет нам всем. Мы собрались сегодня в этом уютном зале филармонии на отчетный концерт Шымкентского хора «Светоч». Наш отчетный концерт традиционно приурочен к празднованию Дня Матери Казачки, потому что начинал наш коллектив как казачий хор. Теперь же мы называемся просто и красиво «Шымкентский хор «Светоч». Несмотря на неспокойные времена, участники хора ездят на фестивали по нашей республике. Только за последний год побывали в Кокшетау, в Алматы, в Темиртау, в Кызылорде. Везде хорошо себя зарекомендовали, были в числе призеров гран-при. Копилка наград хора обогатилась новыми грамотами, налажены связи с другими городами Казахстана. Всех присутствующих в этом зале объединяет интерес и любовь к народной песне. Вот уже 12 лет хор «Светоч» радует шымкентцев и не только их своими выступлениями. Каждый хороший коллектив не рождается сам по себе. Это неустанная совместная работа художественного руководителя Гульжан Таджиевны Юнусметовой. Концертмейстера Анатолия Анатольевича Евтикова. И всех участников нашего хора. Слово предоставляется председателю Славянского этнокультурного объединения Наталье Сергеевне Романовой. Доброе утро, город Шымкент. На самом деле оно очень доброе, потому что нам сегодня 12. Не знаю, что это за возраст, 12. Это много или мало? Это и много, это и мало. Это начало подросткового возраста. Ну и, конечно же, за 12 лет прожить эти 12 просто непросто. Я хочу сегодня сказать самые лучшие слова руководителю Гульжан Таджиевне, вам лично и, конечно, вашему концертмейстеру. Потому что время идет, люди приходят, уходят, но вы остаетесь преданно той большой, самой необычной и самой лучшей музыки, которая есть в вашей душе. Хочу заметить, что хор стабильный, хор грамотный. Хочу еще заметить и отметить, что сегодня в Шымкенте, наверное, это единственный стабильный коллектив, что касаемо Ассамблеи народа Казахстана. Музыка лично, Галина Таджиевна. Сегодня это единственный коллектив, который работает бесплатно на энтузиазме. Хочу, чтобы через какое-то время все равно обратили на вас внимание наше руководство города, ассамблея города, наша культура, чтобы каждый из нас, наверное, задумался над тем, когда создается, нужно его приумножать и хранить. Храните то, что есть. Музыка вечна. Давайте мы наши мечты все равно превоплотим в жизнь, чтобы наш коллектив стал народным. Красоты вам, успеха, человечного понимания, мира, добра. Любим вас. С праздником. Начинаем наш концерт мы с прекрасной песни «Цвети, моя земля». Земля моя, земля моя, моя земля.
Здесь поют
Bye.
Yeah.
Thank you.
ваших концертов. До новых встреч!